помолимся. Царь Небесный, утешитель Дух истины, Ты везде есть, весь мир наполняешь, сокровищница благ и жизни податель, приди, вселись у нас и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Господи, именем Иисуса Христа молим Тебя, благослови наше занятие. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот вечер. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по Слову Твоему. Тебе же славу восылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Мир всем. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так. Ты куда пойдешь мыться? Кому? Наша общая знакомость. Могу. Второе послание Петра, 2 глава, 1-2 стихи. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Толкование. Под лжеучителями апостол разумеет единомышленников Николая и Киринфа, а именем пророчества, общепредаваемого и пророкам, и лжеучителям предостерегает верующих, чтобы не внимали лжепророкам. Какое же различие между теми и другими? Этому научил Павел, когда сказал, что никто не называет Иисуса Господом, как только Духом Святым. 1 Коринфянам 12:3. Затем начинает обличать ересь николаитов, говоря, что они вдвойне худы. Ибо в учении они крайне нечестивы, так как хулят владыку Христа. В жизни они весьма порочны, что и теперь он выражает, упоминая об их разврате. А немного ниже объяснит еще более. Словом, так, ну это толкование дальше к следующему стиху идет. Немножко неправильно разбито. Давайте. По вот этому есть вопросы. Вот это разврат, то есть если в ересь это, то как правило и дух блуда с ними, дух разврата. И такое можно заметить и сегодня тоже. Они как-то неразрывно идут с духом ереси, дух вот этого разврата. Ну, духовный блуд и телесный блуд, они, как правило, рука об руку идут. Это имеешь в виду, да, брат? Мир всем. Да. Это вот вседозволенность, вот как у сектантов, вот они, ну, как бы тоже все любовь, Бог все любовь, то есть страха Божий нету, и а там сразу же уже дух блуда идет. Там, если страха нету, то блуд, это вот как один из самых сильнейших страстей, ну, грехов, которые больше всего людей убивает, он, естественно, и сразу берет над собой верх. А у сектантов у них страха это нету, вот у именно лже, вот этих лжепророков, лже, про которых говорит апостол Павел.
Ну вот Наталья пишет, Бог взыщет больше за грехи плотские, а не духовные. Откуда ты это взяла? Непонятно. Можешь подтвердить место Писания? Но Бог взыщивает грехи против него или против ближнего? Так это нет такого деления на самом деле. Ну, как бы да, Бог, я понимаю, что она хочет сказать. Бог говорит, оставь жертвенник, иди прежде примирись с братом своим. Бог как бы говорит, не нужны мне от тебя дары, подарки, мне главное, чтобы вы, мои дети, жили в мире. И поэтому он как бы себя принижает, а вот главное, чтобы мы как бы... Ну, это, Наталья, имеешь в виду? Милости хочет, а не жертву. Ну тут жертва-то жертва, а взыскание, взысканием это две разные вещи. Если плоской грех, ну сблудил, допустим, и сблудил, а духовный грех, ты умер, и блудник умер, а духовный блудник, его еще труды остались, люди читают и заражаются его всякой вот этой ересью. Так что, мне кажется, здесь так однозначно утверждать, что за плотские грехи Бог сильнее взыщет, чем за духовные, я не соглашусь, пожалуй. Духовный блуд, мне кажется, он более должен быть наказываем, чем телесный. Это мое личное мнение. Там Бог... Да разницы нет, как там в аду будет 1000 градусов или 1200. Особо по этому поводу и заморачиваться не стоит, думаю. Вот, кстати, дела плоти известны, и они причастны ереси. А ереси, как бы на мой взгляд, это блуд духовный. Это ересь. То есть духовно заблудился, и есть такое вот тоже блуд. От Бога блуд. То есть Богу человек изменяет с каким-то там... Не дал. Игнатий Тихонович, ваше мнение по поводу духовного блуда и блуда плотского, вот какой, ну, вот, спор возник ни на чем? Сравнивать одно с другим и не положено, но насколько выше душа тела, настолько выше грех духовный. Взыскивается. Так объясняют святые отцы. Но, однако, Господь наказывает тело, а человек даже не понимает, что за что. Но вот Господь говорит так, что душа с телом столь неразрывно связана, что, наказывая тело, мы выращиваем душу. Все. Сергей. Да? У тебя когда открыто вот текст, то мы все видим, ты там не видишь, но мы видим и Игнатия Тихоновича, то есть у нас там картинка разделяется, все нормально. То есть тебе не обязательно даже менять местами там. То есть мы видим это все там, что происходит. Даже если когда-то у тебя текст показывает. Так что можешь не менять. Вы сейчас текст видите? Вот сейчас нет, ты потому что убрал его. Ну так вот, а я меняю тот, кто говорит, тот и... Хочу показать того, кто говорит. Я вот себя не могу показать. У меня то получается, то не получается. Я вот в правом окошечке маленький. Когда я говорю, я себя не могу крупным планом почему-то показать. Ну мы тебя видим. Даже когда ты этот... Понятно. Когда ты текст. Так. Я как-то вот сюда вот нажимал. Потом раз. Потом обратно возвращался. И мое видео было крупное, а сейчас почему-то нет такого функции. Ну да, бог с ним. Ладно, Игнатий Тихонович, спаси Христос за разъяснение. Идем, давайте дальше.
дальше вот второе послание Петра, 2 глава, 3, с 3 по 9 стихи. «И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращения между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Толкование. Словом «из любостяжания», здесь толкование выше немножко, сейчас, показывает, что они приобретают постыдным образом. Ибо любостяжание означает иногда несправедливость, а иногда вообще гнусность приобретения. Почему прилично употреблено слово «уловлять», чтобы показать, что они совершенно чужды божественного учения, говорит, что они употребляют льстивые слова, но говорит, они получат должное за свое нечестие именно смерть. Слово «давно готов» означает предвидение Божие. То есть, когда говорится «суд им давно готов». То есть, Бог уже предвидел это. «Ибо Бог по предвидению как добрым приготовил благо, так и злым свойственное им место. Ибо суд давно готов». Не без причины начинает апостол с верующих, более почтенных, но желает показать, что они за свои грехи повинны большему осуждению. Они имеют то преимущество, что первые призваны к апостольству. Посему и за совращение с правого пути подвергнутся большему осуждению. С намерением, представив доказательства в примерах, не вывел следствие одного вида, но соединил вместе примеры воздаяния праведникам. И ему нужно было бы сделать заключение о том, что выше предложено, то есть о грешниках, из-за которых и представлен пример, и сказать, если тех не пощадил, то уже ли пощадит настоящих нечестивцев? Или утвердительно, тем более не пощадит этих. Бог умеет неизбежно наказывать без пощады живущих во грехах, как наказал ангелов согрешивших, людей предпотопных, города Содомские, умеет награждать и делающих правду, как наградил Ноя, Лота. Ной не увлекался нечестием людей предпотопных, и Лот немало не подражал разврату жителей Содомских. А когда они требовали на нечистоту ангелов, принятых им в виде людей, как странников, он не выдал их, хотя и вытерпел весьма много обидного от наступавшей на него толпы. Пожалуйста, вопросы. Сегодня есть вот эти любостяжатели гнусные, которые уловляют учеников за собою? Очень много. Очень много, да. Соглашусь, пожалуй. И больше всего их где? Как ты думаешь? В какой конфессии? Если можно так сказать. В официальной, так скажем. И в официальной, да и вообще во всех, мне кажется, это есть. Вот это уловлять льстивыми. Те же сектанты улавливают тоже льстивыми словами. Они, то есть тоже так же сейчас и в православной церкви. То же самое. Вот даже сейчас Виталий скидывал, там священник разговаривал с одним человеком. И священники, они все прощают. То есть, говорят, Бог
все прощает, все, ну, как бы, только об этом и речь. Ну, как бы льстивые слова, то есть такое заманчивое предложение, что тебе, в принципе, если ты, ну, исповедуешься, причишься, даже можешь не, в принципе, не исправлять свой грех, допустим, живешь там в третьем браке, ты, в принципе, можешь его не исправлять, потому что Бог простит. То есть льстивые слова, то есть тебя заманчивое так это предложение. То есть правда не звучит, и вот уловляют к себе. Интересно, кстати, что Феофилак Болгарский здесь говорит в толкованиях, что он говорит к верующим, обращение к верующим, и потому что, говорит, именно они призваны вот это к апостольству. То есть, там вот если почитать толкование, он говорит, к апостольству. То есть, всякий верующий христианин, он призван к апостольству, подтверждает Феофилак Болгарский. Это где, в этом же толковании ты? Да, да, что, да, да. Да, вот что первые призваны к апостольству. Вот. То есть они имеют то преимущество, так впереди вот, не без причины начинает апостол с верующих, более почтенных. Но желает показать, что они за свои грехи повинны большему осуждению. Они имеют преимущество, что первые призваны к апостольству. Но то, что к апостольству понятно, а почему они большему осуждению, за что? За грехи, раз их первых призвали, верующие, они познали путь истины. Вот. И поэтому познавшие, если они не уклонились, то будут большему осуждению. И поэтому апостол Петр их и предупреждает, чтобы они не уходили. Вот. То есть многие показывают, что никого не пощадил Бог. То есть многие последуют их разврату. То есть разврат лжепророков, они же верующие последуют. То есть они уловятся этими любостяжателями, льстивыми словами. Вот. Есть такая поговорка: настоящий друг не тот, кто уши медом мажет, но тот, кто правду в глаза скажет. А вот эти вот любостяжатели, они уши медом мажут, мажут. А зачем? А им деньги нужны. Им. Тут ты уши развесил, ой, какой ты грешный. Да ну ладно, Бог любовь все простит, греши дальше. Это Достоевского очень хорошо описано в «Братьях Карамазовых», «Инквизиторах». Мы разрешим вам грешить. Сегодня вот эти вот любостяжатели льстивые, они этим только и занимаются. Из гнусной корысти, вот апостол Павел, по-моему, говорит, если не ошибаюсь. Да. Поэтому надо ухо держать востро и знать истинное. Учение, во-первых. Вот, даже зная истинное учение, многие уклонятся, а не зная, так ты за чистую монету их нелестивые слова и примешь. Сравнивать-то не с чем. Вот. Да, этот трехтомник, который мы проходим, там вот в третьем томе мне очень нравилось разбирать вот ложное учение вот сектантское, по-моему, адвентистское, это ахилиазме и истина, и сравниваешь, когда, зная истину, то у тебя Бог открывает, где истина. А когда не знаешь ни того, ни другого, то и когда сравнивать не с чем. Вот. Вот дела николаитов впереди мы читали. Что это за ересь такая была? Чем она, как сказать, знаменита? В чем гнусность этой вот ереси? Кто знает? А это вот как раз ересь, она очень похожа на сегодняшнее время. То, что можно грешить, то есть ты грешишь как бы, и как бы наоборот, это тебя смиряешься от этого, то, что ты такой грешный, и к Богу приближаешься. Вот типа что-то в этом роде там, что ты вот должен грех этот делать. Ну, смысл, если тебе хочется сделать грех,
то сделай его. Как, ну, сейчас тоже толком не помню, но смысл такой, то есть не нужно, чтобы победить грех, нужно его сделать, что ли, как-то так вот замудрено у них там. Вывернуто все. Сейчас я прочитаю, тут вот написано. Так. Так, сейчас можешь скинуть текст, если. А, да, я сейчас найду и скину. Вот. Дела Николаитов. Интересно будет узнать. Они и сегодня всякие, но прошлое-то нам знать вовсе не обязательно, но сегодняшнее тоже знать, потому что волей-неволей приходится общаться. И адвентисты, и баптисты, и всякие там свидетели Иеговы, их учения, когда знаешь, в чем лукавость их учения, тогда с ними проще разговаривать. Ну вот Виталий скидывает, что учение Папа РПЦ Московского Патриархии 21 церковный брак расторгается на основании гражданского. О, вот она, прелюбодейная ересь, все, вот Виталий эту схему все не может как бы. До людей донести, до всех. Вот, николаиты являлись группой, которая развращала божьих людей, представляя им компромисс с культурой их времени. Ну, тут вот не совсем понятно, что за компромисс, что за культура. Но у некоторых народов в культуре, допустим, приезжает гость, ты должен ему предоставить свою жену. Это считается вот таким вот знаком уважения. Для нас, христиан, это грех страшный, а там вот. Или у тех же мусульман взять, пока жена не выйдет замуж за второго, ты обратно не смеешь ее прощать принимать. То есть, если она ушла от тебя, пока она замуж не выйдет, надо. Нет. А у нас, у христиан, если вышла уже замуж, то все, назад дороги нет, наоборот. Так. Вот в чем у них, да, Ириней. Говорит о николаитах, что они жили по такая необузданным похотям. Вот в чем их не было. То есть, если какая-то похоть, то ты ее удовлетвори, она тебя оставит. Вот он смысл такой. Ничего подобного, ничего не оставит. Дальше еще больше будет. Ипполит говорит, что Николай был один из семи, что он отошел от истинного учения. У него были привитые привычки безразличия к пище и жизни. В апостольских постановлениях 6-8 николаиты охарактеризованы как бесстыдные в нечистоте. Климент Александрийский говорит, что они предавались наслаждениям, подобно козлам, и вели жизнь потворства своим слабостям и порокам. Душа их впадает в трясину порока, ибо следуют они собственным учениям о пользе наслаждения. Во как у них даже все. Да и сегодня тоже есть. У тебя мужчина есть? Нет, ну как же, надо для здоровья надо иметь. То есть вот это вот учение, то есть пользе наслаждения, то есть это здоровье. А если ты не блудишь, то ты заболеешь какой-то болезнью. Наоборот, люди даже не понимают, что болезнь это венерический от блуда, а не от того, что человек воздерживается. Воздерживаться нету никаких болезней. Но он защищает Николая Антиохийского от всех обвинений, заявляя, что его слова о том, что тело должно быть поругано, были извращены. Под этим Николай якобы имел в виду, что тело нужно подавлять,
Еретики же извратили его смысл, истолковав их так, что человек может бесстыдно по своему желанию распоряжаться своим телом. Они извращали слова Николая: «Плоть не надо щадить», и его словам стали следовать прямо и без рассуждения. Последователи его ереси предавались бесстыдному разврату. И рукоблудие для здоровья тоже есть такое, такая ересь. Возникла похоть, займись рукоблудием, и будешь здоров. Блудник с худоумием, они троечники, двоечники все эти рукоблудники. Они, ну, мозги-то только на это все направлены. И вот в Откровении это прям говорится в книге об этих делах Николаитов, когда Господь, 2 глава, 6 стих: «Впрочем, то тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу». Откровение 2.15. «Так и у тебя есть держащие учения Николаитов, которые я ненавижу». Я с большой буквы. А сектант, Бог всех любит, Бог всех любит. Бог грешников любит. Бог любит грешников, кающихся. А не раскаянных, не пощажу и не помилую, Господь говорит. Без всякого сожаления. И мы это должны четко себе усвоить и стяжать этот страх Божий себе и не слушать всяких льстивых учителей. Даже профессор Осипов, православный, учит семинаристов. Все, все будет потом, Бог во всем, Бог всех простит. Но разве это не льстивые слова? Греши, потом все, опять Бог простит. Ересь это, как она называется, сейчас не помню. Может, кто вспомнит, скажете или напишите. Апостасия? Нет, по-моему, по-другому как-то. Ересь в том, что не вечные мучения. Это так он говорил. Десятый стих 2 послания апостола Петра, 2 главы. «А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить вышних». Толкование. Он говорит о проклятых николаитах, наосянах и кердонианах. «Ибо злоба их многоименна и рассматривается слитно, как сходя по скверным делам и именам. Они представляли начатками бытия мира бездну и молчание, и некоторые из этих начатков странно называли матерями и веками. Отсюда же и Маркион взял дурные семена, затем отвергнув участие Господа в творении мира и промышления, они бесстрашно вдались во всякую плотскую нечистоту». Да, оригенизм, верно, благодарю. Оригенизм – это учение о том, что вечных мучений не будет. Они будут временны. Ориген, сказано. «Кто желает полнее узнать об этом, тот пусть возьмет в руки книгу Иеремия Кельского, составленную о них и написанную, и надписанную против лжеименного знания. В ней описаны грехи их, особенно развратнейшего Марка и растленных им женщин и прочие гнусности, совершенные прочими, которых по их зловредности никто не сможет изложить письменно, не вспомянуть. Неудивительно, что те, которые презирают и не боятся господства, бесстрашно поведут себя и пред всякой славой,
Яснее скажет об этом святой апостол Иуда Фаддей, когда упомянет и о теле Моисеевом. Вот оно идет через запятую. Скверные похоти дальше презирают начальство. Дерзость, своеволие. Вот. И не страшаться злословить высших. Дети, когда впадают в блуд, они начинают хамить и дерзить родителям, как правило. Всегда они их презирают. Поэтому, если вы хотите, чтобы дети ваши не хамили вам и не дерзили, приложите все усилия, чтобы сохранить их в чистоте. Некоторым родителям это удается. Ну, в 3 года, конечно, ребенок еще не может познать этого греха, а уже дерзит. Второе Петра, 2 глава, 11 стих. «Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Толкование. «Желая удержать их от такой дерзости, говорит, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда, апостол, как мы заметили, говорит одно и то же с апостолом Иудой, ибо и он, удерживая дерзких на язык, убеждает их этим же самым примером. Впрочем, он говорит обширнее. Михаил, архангел, не смел произнести укоризненного суда. Послание Иуды 1.9. А как дьявол причастен некоторой славы, потому что он начаток творения Господня. Об этом читаем в книге Иова, 40 глава, 14 стих. То ангел не произнес на него укоризненного слова. Если же более достойный хулы, то есть дьявол, не причастный славе, не получил от Михаила хулы пред Господом, то весьма неразумны те, которые поспешно хулят начальство, тогда как сами гораздо ниже достоинства ангелов. Под начальствами, разумеет, божественные силы или церковные начальства, против которых они восстают, и которые они непрестанно злословят. Ну, здесь нужно разделять. Вот Игнатий Тихонович часто говорит, он хулит церковь, хулит святых, хулит, значит, злословит. Злые слова говорит. Злые ли? Разбираться надо. Что говорит? Обличает пороки греховные. Церковь больна. Диагноз ставит. Трусость и корысть. Конечно, корыстолюбивый и трусливый скажет, что да ты хулишь церковь. Я знаю, что я трусливый и корыстолюбивый. Но ты-то зачем об этом всем рассказываешь? Ты богохульник? Церковь терзаешь. Да не церковь терзаешь, а тебя, поп, конкретно. Что ты не на своем месте. Ты взялся пасти Божье стадо. Паси его не из гнусной корости, а доброохотно. Занятия веди по Слову Божию. С людьми занимайся, проповеди, наставления. А то только слова льстивые и услышишь только от них.
Чаще исповедуйтесь, чаще почищайтесь неленостно, посещайте храм. Все. Как правило. А зачем чаще исповедаться-то? А за этим сакральный смысл. Чаще грешите. Я вам разрешаю. Главное, исповедуйтесь. Никто не задумывался над этим. А вот мне пришла такая мысль. Я ему сказал бы, реже исповедуйтесь. Оставьте грех. Вот наш батюшка, отец Аким, вы за один пост возьмите один грех. И все, в нем исповедовались, пока есть твердое намерение. Вот что вы каждый раз одни и те же грехи перечисляете? Потому что услышали, что надо чаще исповедоваться, чаще причащаться. Не избавился человек от греха, перечисляет их и не желает избавиться от него. Вот беда еще какая, запинающий грех. Я не к тому, чтобы его не нужно называть, я к тому, чтобы с ним искать силы у Бога просить, оставить этот грех все-таки. Сам-то человек не может это себя за волосы из болота вытащить, нужна рука. Да не простая рука, а пронзенная. Нет. Епитимию отменили, нет. Это вот тоже с этим связано. То есть можно постоянно называть один и тот же грех. И постоянно тебе будет его снимать просто священник. Епитимия-то нету никакой епитимии. Да. Да. А это вообще учение-то о частном исповеди и причастии, это так-то у святых отцов есть. Это у тут там пустынников, монахов, когда подвижен, когда у тебя там есть твой духовный отец, они все советуют, типа, стояли так каким холодным образом, перенесли просто на мирян, которые вообще никакой духовной жизни не ведут, и говорят, вот исповедуйся, то есть перевернули просто. Ну да. Да, когда духовный рост, есть смысл в частном исповедании, а когда человек во грехах живет, совершенно согласен, чтобы перегиблись. Вот. Второе Петра, 2 глава, с 12 по 13 стихи. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие от вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Толкование. Некоторые объясняли это так. Они истребятся в растлении своем, как бессловесные животные, родившиеся естественно, то есть нисколько не различаясь от скотов, которые рождаются на одно истребление. Как бессловесные животные, водимые природою, то есть живущие одной только чувственностью, а не умом и жизнью разумной. Посему они и удоболовимы для ведения по жизни растленной, борются и увлекаются гневом и похотью, злословят то, чего не знают, то есть со свойственным им незнанием, почему и истребятся в заслуженном ими растлении, получая возмездие за беззаконие, которое они сами приготовили себе добровольно. Полагают удовольствие во вседневной роскоши, то есть в каждодневном услаждении горла полагают истинную цель, истинное и любимое благоразумие удовольствие. Однако должно знать, что Священное Писание
когда порицает то, что находится в людях по естеству, то есть, что присуще животным, уподавляет их бессловесно. Оно говорит, например, человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Псалом 48, 13. А также, не будьте как конь, как лошак. Псалом 39, 1. Еще. Это откормленные кони. Иеремия 5, 8. И еще. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Матфея 10, 16. Писание говорит, что... Писание говорит это, не переменяя природы, а только убеждая удерживаться от природных наклонностей. Когда возвещает оно что-нибудь спасительное, то подобие заимствует от высшего. Например, «Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд». Лука 6.36. И здесь не претворяет природу, а только повелевает делать это, насколько станет силы. Вот. Газета не закрылась, теперь все журналы, смотрите. Тоже слышал часто такое. Похоть заграла у юноши там или у девицы. Но это же природа. Природа. Ну и у кобелька на сучку тоже природа. Что, будем подобряться этим бессловесным животным? Поговорка в народе есть, сучка не захочет, кобель не скочит. То есть оно как бы в укор вот этим вот развратным девицам. Раньше было слово шлюха, сейчас жрица любви. Такое прямо уж как профессия такая престижная. Срама нет. Вот они, апостол Петр сравнивает их. Ржешь как конь. Вот. Юношей похотливых с кобелями сравнивают, с жеребцами. Вот. Раньше старину, а сейчас, если... Никого у тебя нету, так и ты уже не такой какой-то, все на тебя косо смотрят. Что-то в тебе ненормально. Да, порицается целомудрие. Это вот учение Валаама, Наталья пишет. Заметь еще, вот в Омске я уже так специально наблюдаю, ну так вот, русских славянок практически, ну, с юбками очень-очень редко встретишь там, я не знаю, вообще практически не видно. Все одели штаны, бабушки, юные там, ребятишки там, совсем дети, тоже в штанах все, юбок вообще нету. Я думаю, в Казани, раз там мусульмане прям, ну, то есть, то, наверное, картина не такая немного, там юбок побольше. Верно, Вячеслав? Ну вот недавно только делал, разговаривал с настоятелем. Говорю, посмотрите, говорю, все родители носят там детей своих маленьких, девочек. И у девочек у всех там, ну, человек по 4, по 5 юбки. Намного-намного выше колена. Прям вообще гораздо выше колена. И он говорит, да, говорит, все правильно, да, говорит. Это... Ну, типа, говорит, сейчас уже от этого отходит, от этой моды, говорит, отходит. Ну, то есть, ну, дела нет, отходит, то есть, влиять на это, в принципе. Ну, а так, да нету. У нас, если нету, отличия нету. Даже из того, что мусульманки. Хотя, вот, допустим, я сейчас веду занятия, у меня практика у 2-3 курса этих биофака. Там вообще полностью вот студентки одеваются все обтягивающее, но есть мусульманки, которые полностью покрыты, то есть они в хиджабе прямо на физкультуре. То есть приятно смотреть.
Да. А так в Казани мусульмане точно такие же, как христиане. Везде. То есть не отличаются. Да, с этими юбками беда. У нас в Крестовозвиговской общине, в верующих семьях, девицы приходят в храм в юбках выше колена. Делаю замечание. А что я сделаю, мать? Мне говорит. Только молиться. А что молиться? Возьми да выброси. Подари. Или скажи, давай пожертвуем, у кого ноги покороче-то. И все, там ее ушить можно, да и все. Что я сделаю? Вот тебе и все. А почему? Да потому что сама приходит в короткой юбке, а в храм переодевается. Вот это то, что у вас такое. Да, что говорить. Если у вас такое, то простите меня. Вообще не о чем говорить тогда. Устав написан и все. Ну а там, ну как, ну я же на богослужении же в храме-то же в длинной юбке стою. А то, что ты пришла, ушла в короткой, то этого никого не касается. Постыдились бы хоть, нет. Они просто не видят, что за этим стоит. То есть дьявол так просто заставил нас такими глупыми людьми делает, чтобы мы никогда не знали о последствиях, никогда не думали об этом. То есть ничего не видят за этим. Ну подумаешь, о дело. А там ведь так устроена одежда. Раз Господь запретил, допустим, женщине делать мужскую, мужчине женскую, потому что если одевает человек одежду такую, то и соответствует, то есть это соответствующий образ на нее и ведет, у нее совершенно другие мысли становятся, совершенно другие поведения. Она одела короткую юбку, у нее мысли другие пойдут уже. Будет голая, другие мысли. Будет длинная юбка, другие мысли. То есть и дьявол это хорошо знает, и он это, то есть человек просто не мыслит, он не понимает, и мало того, что соблазняет. Это одно. То есть, кого соблазнит, и за каждого ответ потом придется давать. Страха нету Божьего. Глупые просто стали, очень мы глупые, и не можем последствия за свои, то есть безответственно ко всему подходим. Да. Вот я тоже разговаривал там у нас в храме, ну, который вот на торговой точке стоит там в храме. С ней разговаривал, у него две дочери, она пришла, одна уже взрослая, то есть высокая где-то, меня выше даже, тоже прям юбка до колготки прозрачная, юбка выше колена там, ну, сантиметров на 10. И вторая маленькая, то же самое. Я с ней поговорил, она, ну, я говорю, вы не обидчивая? Она говорит, нет. Ну и вот я ей сказал по поводу юбок-то. Она говорит, да. Ну я, говорит, не знаю, что с ними сделать, чтобы, говорит, не отвратить от церкви. Я тоже ей сказал, ну, говорит, сожгите, говорю, просто. Они говорят, ну они же больше не придут тогда, говорит, в храм. То есть не знают, что делать, говорит. Типа уже все поздно, говорит, все запущено. Мне в интернете понравилась одна фотография, вот там, вот,
всякой юбке, по-моему, женщина стоит и в длинной. И подпись. Лучше иметь грязную юбку, но чистую душу, чем чистую юбку, но грязную душу. Душа связана именно с... Оголила ноги, душа загрязнилась твоя. А отговорка у нас, почему длинная юбка к вам не приехать? Ну, она же запачкается. Ну вот это еще вот такое вот еретичное смышление, вот как с бородой. Он говорит, типа, ну вот, типа, борода же не спасает, а значит, и не надо ее. То же самое здесь, то есть, типа, юбка не спасает, а значит, и не надо ее. То есть это глупость, просто мышление. Пойдем дальше. Эти мокрые газеты вышли туда, в эту, на улицу. Вот тоже женщины, а мне удобно. Удобно в штанах. Что там удобно в штанах? Можно я скажу немного в защиту женщин в юбках? Можно. Ну вот когда я начала менять свой гардероб, мне больше года потребовалось. То есть все-таки длинная юбка, она стоит дороже, это все затратнее. То есть не всегда женщина там в короткой юбке, это значит, что все вот она какая-то там неверующая и там плохая. То есть даже сменить гардероб, штаны, у всех женщин действительно штанов очень много, потому что в них удобно, все привыкли к этому. Вот. И не сразу получается вот этот гардероб менять. Поэтому, уж не судите строго у нас. Может быть, действительно что-то изменится у нас в стране когда-нибудь. Я в это верю. Бог вас будет судить. Мы только предостерегаем от опасности, что за этим многое кроется, за юбкой. Денег нет, попросите, я дам. На газ не стыдно просить, а на юбку стыдно. Сергей, джинсы, они просто дешевле, они стоят там 10 евро, да, а юбка стоит 60 и 80 евро. Разница есть. У малоимущих людей даже дети невозможно купить платье. Раньше посмотрите старинные фотографии. Дети ходили ободранные, разорванные, в порванных платьях, потому что не было даже хлеба купить. А вот я не пойму, нельзя вот взять материал и просто сшить? Это трудно это сделать? То есть это же просто раз так, как я так... Материал тоже стоит деньги и совсем не дешево. Как уж материал просто взять? Материал дорогой. То есть все понятно. То есть нету вариантов. У людей могут не быть вообще на материал деньги. В магазин сходите, посмотрите, сколько стоит. Материал простой, что... Извиняюсь. Простой ситец же не возьмешь, который там стоит 100 рублей за метр. Да, простой. Ткань на юбку, она достаточно действительно дорогая. Вот. И я вот, например, покупаю с китайского сайта. Меня спрашивают, а ты где берешь? Я говорю, вот там-то. То есть подешевле беру. Но все равно это очень плохого качества ткани. То есть это, они сейчас вот продают вот эти там всякие мироносицы, там еще что-то. Они более 3000 стоят эти платья. Но это достаточно дорогое удовольствие, длинное платье, чтобы оно было полностью закрытое. Поэтому здесь вот тоже как бы... А это проклятие, что непонятно. Наноси штаны и будешь проклято ходить.
Ну, что лучше выбрать, я вообще не понимаю. Тут даже вообще никаких, даже никаких рассуждений не должно быть. Это как с десятиной, то же самое. Как с симонией, то же самое. А может, это кто-то вообще из сестер умеет шить там хорошо, и можно этот организовать, скинуться, чтобы я была в магазине ткани, побольше материала купить, и пусть шьет, и там люди кучат. Чем-то лучше ущемить себя, может быть, я не знаю, ну, на машинах все ездят, а детям юбки не можете одеть. Да что, гнилые подпорки, не поверю никогда. Со временем, может быть, да. Машина тоже, конечно, нужна, но не знаю. Мне кажется, взять джинсы, посредине разрезать и сшить вот эти юбки получится. Конечно, ты ее не оденешь уже, и она будет узкая, наверное. Я тоже думаю, там же трубы у штаны, там внутри же тоже ткань. Почему на юбку больше ткани тратится, чем там внутри-то нету? Юбку взял, прострочил, вот они и штаны у тебя получились. Она, конечно, шире получается, больше ткани. Ну, на штаны тоже надо же, там же внутри тоже закрыть все. Смотри, Сергей, смотри, пишут, что чтобы красиво было. Так это безобразно, когда женщина, как курица, ну как вот этот дом, как-то на куриных ножках вот эта изба, она так ровно так и выглядит. Это вот. А если она вообще в обтяжку, то она как голая ходит. Так где ж тут красота, простите меня? Любая юбка самая простая, самая простейшая, без всяких там, она красивее намного будет выглядеть. Что вы, не смешите мою кошку. Ну материал сколько стоит? Ну 1000 рублей максимум. Ну больше он не будет стоить, правильно? Хороший. Просто материал какой-то. И все, ты просто его сшить, и все. Мужчина в обтяжку на литургию ходит, у них тоже денег нет на широкие штаны. Это же лукавство, вы же понимаете. Ой, на узкие нашел, а на размер больше не нашел. Да ну, сейчас бросьте. Защиту женщин. А вы немножко не поняли нас, о чем мы говорим. Ну, женщина все равно не может ходить в одной юбке, ну возьмет она одну юбку, ну две юбки, но все равно ей хочется. И вот она, нет, раз, и вот одела, да, там, ну вот куда-то вышла. Все ее заметили, ее заклеймили позором там и так далее. То есть, ну, ходит она в длинной юбке постоянно. Но женщине все время хочется разнообразия. Я просто говорю, как бы, я не оправдываю никого. Можно и сшить, все можно. Абсолютно все можно, и кучу денег потратить на свой гардероб. Это не оправдание ничему. И действительно, женщина в длинной юбке выглядит намного красивее, я с вами согласна. Ну, вот так. Просто констатация факта. Женщина слабый сосуд, склонный к греху. Мы это принимаем. Вот. Вот это ваше. Понимаем. Нету денег. Хотим разнообразие, свобода, а мы хотим целомудрия, чтобы душа... А вот можно я еще ставлю свои 5? Вот не все хотят целомудрия. Вот, допустим, у меня есть такой пример жизненный. Я шила одной женщине платье, но она такая, она европейского такого, в штанах там ходит. Я шила ей платье на праздник, на какой-то там, я не помню. И вот она говорит, ой, такое красивое платье, ой, там я пришла, все упали, там все, ой, ты такая красивая. А потом она говорит, а муж мне говорит, ну давай, уже когда она вышла, ну, на следующий день уже, когда праздника нет, он такой, так, давай быстро штаны одевай. И такие тоже есть. В таком случае, как быть? Да как? Страха Божия нет, веры нет, никак не быть. Она всегда в штаны залезет. Надо убедить женщину, что брюки — это мужская одежда. Она и в России всегда так было.
мужская. Женщина носит мужскую одежду, но мерзость перед Богом. Ну, но... Писание об этом говорит, со стыдливостью, ну, жена должна одеваться. Но если тебе не стыдно быть обритой, ну, то и не покрывайся, не стыдно тебе ходить голой, ну, ходи в короткую руку. Ну, раз ты бесстыжая, ну, что сделать? Ничего не сделаешь, нет стыда, нет совести. Совесть – это тот участок души, через который слышится голос Божий. Бог говорит, не делайте, дьявол говорит, делайте. Бог хочет целомудренно. Более мы знаем. Это, Сергей, тем более мы знаем, откуда ветер дует, в кавычках. То есть это все навязано масонами, вот этими. Все через фильмы все это появлялось, вот это все. Постепенно, постепенно внедрили вот это все, эту моду так называемую. Вот и все. Верующий-то это должен знать, что это навязано врагами, врагами Божьими специально. Причем садомитами все это навязано-то, понимаете? Вы дальше-то куда идете-то? А Бог сжег Содом и Гоморру, сжег, он ненавидит эти дела николаитов. Похоть, а я хочу, давай удовлетворю, я хочу короткую, хочешь, что, мало что ты хочешь, а Бог не хочет. На смешение полов тянут, Сергей Евтушенко говорит, дальше-то что? Хочешь выглядеть как лесбиянка, одевай штаны, ходи. Хочешь как женщина выглядеть целомудренно, одевай длинную юбку. Нет, длинная, одевай ниже колена хотя бы уж. Ладно, я уж. Экономия пусть такая будет. Согласен. Хотя длинная до пят, конечно, это более целомудренно. Да еще и в платке у меня аж просто, я когда увижу, у меня сразу глаз падает на таких женщин. И потом, конечно, верующие, присмотришься, нет, просто, просто, не знаю почему, хотел, редкость уже. Так, ну вот тема об одежде, она уже... Я думаю, хватит, достаточно. Час у нас прошел занятие, отвлеклись мы на эту тему. Пожалуйста, вопросы к Игнатию Тихоновичу. Кого накопились за это время? Если вопросов нет, то то, о чем рассуждали, может быть, какое-то резюме еще. Скажите ваше на сей счет. Ну, Игнатий Тихонович, ну вот нету денег на платье длинное. Что тогда делать надо женщине? Штаны можно тогда одеть или более короткую юбку? Все-таки. Денег нет на юбку-то. Даже говорить-то смешно. Юбка-то что, материя? Микрофон включите, Игнатий Тихонович. Микрофон, Игнатий Тихонович. Микрофон. Вот так что слышно? Ты... Да. Вот все. Вот мне это смешно слышать, юбка. Да юбка любой кусок материи, она обмотнулся и все. Ничего больше не надо. А брюки-то шить, вот и ширинку, и пуговицы. А там мне ничего не надо-то. И вот рассуждает ни о чем. Аминь. Да вот она так, и то другое. Я не знаю. Я могу из опыта сказать. Вот брат служил у меня в армии. Видно, говорит, приходила навстречу знакомая его, и он... Думал жениться. И она пришла как-то в брюках. Но это ранний период был. А парень-то как будто и даже непонятно, верующий или нет. Он сразу сказал, ни о каком замужестве речи не может быть, если тебя еще раз увижу. Все, она мигом все сменила. У меня знакомая очень близкая была. Пришла. А брат говорит, что делать? Я говорю, а топор где? Как где? В сарае. Ну, натащи его остро. И сразу, как только сняла она, ты на лапшу его изруби. Тетка наша, она половики ткет. И она это возьмет. Все, кончилось. Больше нету, не надела ни разу. Это разговор один, пустословие. Все, охота быть хорошей. Вы же здесь, я, кажется, Вячеслав выставил из Иоанна Златоуста гнев Божий.
гнев Божий. Ты для спасения его, даже это гневно ты сделаешь, это только Бог одобрит. Если бы гнев был не от Бога, его бы вообще не было в человеке. Это чувство, но куда направить, когда ты просто за себя, тогда вопрос другой. А это ты за спасение души. Вот у нас этого нигде нету. У меня жили студентки на квартире. Ну, конечно, я никогда ни с кого не брал, но они все слушали, и даже вопросов нету. Сестра сразу им сказала, это невозможно, и нет, мы ничего. Представь, она живет, жить негде, а тут я ее встречаю иногда ночью, полная, значит, она... Ну, надо просто по обстановке смотреть, а ей не надо. Ну, не надо ты, отойди от нее. Но в доме моем этой мерзости не будет. Не проклятая, сказали, она проклята. Нет, написано мерзость. Итак, пользуйтесь этой. Сейчас вот ко мне зашел, он раньше беседовали когда-то, года два назад, Зимин Евгений, Зимин, Зима. И мы с ним пробеседовали 2 часа 5 минут. Он катехизатор где-то. И вот он хотел прислать, чтобы я рассмотрел и переехал, и как священник ведет. А священник прямо сказал, ходит на занятия, меньше стали посещать богослужения. То есть меньше покупает свечи, меньше дохода. Ну, тут все налицо. Что делать? Ничего не делать. Продолжай. А то я уйду. Как уйдешь, если это церковь? Это тоже глупость. Корабль, я спрыгну за борт. Тебя акулы сожрут. Ну, понимаешь, ты даже отвечать неохота. Думаю, я буду отвечать, и он поймет. Под дурака валяет, а я ему отвечаю. Он совершенно не думает. У вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Бог сказал мерзость. Это каноны. Каноны говорят не только 22.5 второзакония. Канона. Это мерзость, мерзавка. Ты скажи, это мужскую одежду. А какой длины платье там должно быть? От начальника детского лагеря. И у меня приезжали. Это мы решили ниже колен. Ниже. А нету. Она такой приехала, ничего, специально материя. Я сегодня почти 2 мешка материи принес только, а я никто. Ну, кто я такой-то? Повторяю, у меня пенсия за 35 лет трудового стажа, который зафиксирован в трудовой книжке. На сегодня, на 11 октября 2019 года, я получаю пенсию 8141 рубль 33 копейки. И все, там, может, что-то добавили, там, вот это. Ну, я уезжал с этим и приехал, еще не отмечено. И, однако, идем с Володей. Сегодня мы ходили в ФСБ, я уже выставил ролик, сфотографировались. Какой они ответ дали, что я просил проверить на детекторе лжи, потому что обвинение было во лжи, заведомо ложное я распространял. Вот. Я не могу этого сделать. Так, на ухо я скажу, я не враг государства и... В природе все были, если по мирским меркам, патриоты этой родины. 3 дяди, материны, братья, все на фронте погибли. Отец инвалид войны с фронта, сам здесь жил. После техникума направили в органы МВД работать со строго режимным лагерем. То есть я никак не против государства нигде нет. А меня по этой статье судят. Я в это верил, что были репрессии. И они ответили. Ответили, что у нас не предусмотрено, что бесплатно делать... на испытания на детекторе лжи. Но нет запрета. Теперь я могу в суд подать. Да вам это нужно. В таком возрасте, а вы тут судитесь. А это ты судишь меня, когда ты в моей шкуре не был. А я покажу пример другим. Бороться можно. Я на каждом шагу. Идем. Человек один руки раскинул. Обниматься идет, целоваться. Не знаю, с бородой хороший. А я был на Афоне, и на Афоне, с Афона там монах, там Селиван какой, очень хороший там, или Саватий. Вам привет передает, они Златоуста вами насчитанного там слушают. Понятия не имею. Только поговорили. Заходим тут у нас на пути, на нашей улице Вальер. Магазин товарами торгует, товарами. И директор погибла. Кто за рулем сидел, ринулся за поездом, а там другой идет встречный, и Артеменко Валентина Николаевна. Она много помогала, а теперь ее, видимо, племянник, да может и сын той же фамилии, сегодня были.
Рабочие говорят, а ничего больше нет. Я говорю, некондиционное где-то. И он сразу меня вызвал, и там сидит и бухгалтерия, видимо, у него женщина. И я не слышал, что он сказал. Я говорю, за мной идите. Ну и вышли, Володя едва принес на плече материя, так из него можно, наверное, полсотни юбок сшить. Ни копейки, повторяю, ни копейки. А почему? Молитва, любовь Божия. Материя разная, цветная, там такие платья красивые. Кто говорит нету? Зайдите ко мне, я вам отпущу. А если еще раз говорю, вот сразу вначале Потеряевку, я сразу настроился, приезжает 70 человек. Самим негде жить, палатки какие 70-то? Ну, ты так говоришь. Вот рядом маленькая такое, как лужа, там вода оставалась. Я тогда бегал, пеленки стирал. Ребятишек-то в семье 10-ро. А потом мы наняли 2 бульдозера, пригнали. Там, где они работали, американские, там, Катапиллар или как называется. И они выкопали это, что рядом, посреди, не, это не пруд, а озерце, небольшое озеро как бы выкопали. Вот. А там росли деревья, огромные ветлины, огромные. Никакой пилы механической нету. Я, батюшка, убрать бы надо. Зачем они растут? Кому они мешают? Родной брат, священник, хороший. А у нас разночтение с ним. Я уже отхожу. Раз он не согласен, зачем к нему подходить? Но приезжают гости. Я сразу с гостями. Вы ложитесь отдыхать. А потом поведу его потихоньку. Батюшка-то уснул. Я говорю, смотрите, тут можно было озеро сделать. Но где-то 15 или 17 ветлин. Огромных пилой пилить надо. Я не против. И пока батюшка там спит, я этих гостей-то, Царство Небесное, тащу. И мы постепенно спилили все. А бульдозера-то теперь, когда пришли уже готовые, они все это с корнем выдрали. Там три пня еще сейчас, 3 богатыря стоят. Огромные корни. Выдрали все. Вот против, там все против. Ничего это не значит. У меня стоит цель, и я молюсь. Вот у нас от всей Потеряевки оставались только стены бывшего клуба. Клуб, ну, это дом культуры, как называют. А написано, о чем будете двое-трое просить. А мне не с кем просить. И привезли племянника Оси. Ну, он сейчас уже 30 ему с лишним лет. А тогда он 5-летний был. Я ему на ухо, Ося, ты ночью боишься ходить? Это демоны пугают. А вот тот старый клуб стоит, там их набралось. А мы сейчас их громить будем. Ты хотел бы воевать? Я ему так это... Пойдем со мной. Он пойдет. И ночь, представь себе, мы с ребенком напротив клуба на дороге стоим и считаем молитву на изгнание демонов. Ни кадила нету, ничего. Своими руками, своими словами. И Бог все изгнал. И вдруг на этом месте сейчас храм, где приезжает митрополит Алтайский, сколько раз уже служит. Семинаристы, священники, главы там, главный банкир Алтайского края. Ничего этого не было. Мы просто верили. И никого нету. Как нету? А Ося? Да ему 5 лет. 5 лет. Да когда молитва еще лучше идет. Вот я, когда слушаю так, ничего не... Да ты не... Говорят, ничего не сделаешь. У меня ответ короткий. Ничего и не делали. А начни, и получится. Получится, вот как фильм поставили, я начало, у меня получилось что-то такое, где-то там в африканской зоне, все засыхает, люди погибают, уезжают. И один решил по интернету и нашел, как проводить воду, там, где как колодец-то. И оживил всю местность. Один. Один там где-то проводил канал в скалах, 30 лет один. Другой колодец копал, и однако местность ожила один. Но надо молиться. Один я могу еще, как у нас епископ Евтихий храм ремонтирует там в Вишиме, слезет с колокольни, привяжет лист железа и опять лезет на колокольню и тащит его туда, чтобы покрыть. Ни одного нету. Сейчас молятся, люди приезжают. Мне один священник звонит, а протоиерей спрашивает. А вот если такие епископы у нас в Патриархии-то, я думаю, что нету, которые бы поборы не брали, вот приезжает, у вас будет богослужение, он приезжает, допустим, 5 священников, каждому конвертик дай с деньгами, архиерея, разорение одно. Вот, я не думаю, нету, я говорю, есть, а кто, Евтихий Курочкин, пока он живой, вот Ишим город, Тюменской области-то, это наш епископ 13 лет был в зарубежной церкви, один, повторяю, никого нигде нету. И он у нас побыл, приезжает, как много я получаю, приезжая сюда, меня там, это руку положил, чтеца. Да никого нету. Деревня вначале, батюшка приехал один, и там еще одна сестра. Деревня?
Да мало людей. У Христа было только 12, а у нас там 15. Ну еще. Вот и ответ. А теперь смотрите, как. А что у вас в юбках коротких женщины не ходят? Нет, не ходят, этого нет. Наши женщины красивые все. Особенно приехали, привезли американцев, потом нашу общину. Вот это, библейское общество сибирское, Булатов Алексей Владимирович. Ой, какие у вас сестры красивые. Я говорю, это платья красивые, платки красивые. Они их сделали такими недосягаемыми. Я имею огромнейший опыт. 45 лет начальник детского лагеря. И вот если девочка читает Библию и одевается, как мальчики к ней к осторожностью там через стол перегнуться и смотрят, что она читает. А если она ведет себя так вольно, что воспитателю на шею кидается, ну, из детдома, ну, вот и результат. Я говорю об этом. Рассуждать не надо. Ты хозяин. Ну, ни в доме ты не отвечаешь, ни в церкви нет. Ну, у нас же нет этого. Она приходит такой, да, приходит. В уставе это не оговорено. Устав. А в уставе не оговорено. Теперь я только, когда идет собрание после богослужения в трапезной, я об этом говорю, отдельно матери говорю. Она не слушает. После первого-второго вразумления отвращаюсь. Отойди от нее. Дальше будет другое. Она приманку из себя сделала. Приманку. И там очень сильные учителя будут. Вот у меня знакомая была. Я могу называть Игоря Добунова жена. Грамотная женщина, обиходит, все. Но шапку носит вместо платка. Что-то еще у нее такое. Я говорил, ты с собой не бери сумочку-то, ключи, деньги. Она месяца два или три не получала, вдруг получила. Ни раньше, ни позже, как кто-то сообщил. Она с деньгами, она шла. И он сшиб ее, но не убил. Сумочку отобрал, свищ, ключи, все поплыло. А когда приходит, опять платок надели. Я говорю, какой человек-то нашелся. Я и не знал, как он помогает. Я не мог с нее шапочку-то снять-то. Женская-то. А вот нашелся человек, снял. И утащил эту шапку. Нет, ей надо сочувствовать, а я сочувствую и говорю, ты теперь лучше выглядишь в платке-то. Я разговариваю, называю людей. Даже они послушают это и скажут, да, так и было. Было так. Ключи ушли. Ну что, выломили дверь, да другой поставили. А учителей много. Много. Вот он не слушал нисколько. А я говорил, не кури. И, наконец, у него пожар. Ой, Игнатий Тихонович, вы мне это говорили. Да, я говорил. Вот приехал ко мне, у нас есть такое предприятие одно, и там похвальные грамоты. Ну, бывает одна, двое. А здесь я насчитал 70 с лишним. Вся стена. И что это? Выпускают первым сортом все время. На международных аренах. А что это такое выпускают? Русская водка. Ликероводочный завод. Пальталлер Роберт Робертович, директор. Пальталлер. Ну, я надеялся, что там Роберт. Это вот. И мы с ним познакомились. Он по-мирски, он хороший человек, голубятник, через голубей. И дальше-то пошло как? Мы ходим, я ему говорю, вот эти грамоты ваши там в рамочке все вставлено-то. Вас Бог будет судить за это. Вы отравили пол Барнаула. Что вы? Я баварину, мэру города, казну наполняю. Я говорю, ты кладбище наполняешь. Вам водой торговать надо. Ну, я уехал. Возвращаюсь. Его сняли с работы и поставили начальником водоканала. Он говорит, вот это вы мне напророчили. Водой торговать. Я говорю, это польза. Так мне одна бабушка однажды это же говорила. Ну вот ты не понял, я на помощь тебе. А он смеется. Ну, директор-то все равно не 8141 рубль 33 копейки получает. Вот так. А теперь его в Горный Алтай, Горно-Алтайск, вице-мэр там где-то или вице-губернатор. Надо делать и говорить, и молиться. Молиться. Бывает, еще с молитвы не ушел. Все. Я вот рассказываю людям, они как сказку слушают. Ну, не может быть этого. Ну, не может быть. Я сразу вспоминаю житие Григория Ниссского. Д.С. Ниссского. Город Ниссы. Родной брат Василия Великого. Вот семья какая. Он святой. Отец святых. Мать святых. Брат и сестра Макрина. Тоже святая. И она так одевалась, что свое тело ни разу не видела, мылась одевши. Как она молилась, особая материя у мусульманок настоящих. И они купаются, одетые. И вода проникает через эту материю.
И женщина-охранник охраняет, я это видел. А дальше высокий забор, никто их не видит. Вот они потому что заботятся. Сестра, купи хиджаб. У нас нужды никакой нету. Я обязательно подойду, скажу. А мне брат говорит, священник, ну ты знал, что не примут? Не знал. Но если бы знал. Я говорю, Иоанн Креститель знал, что Ирод не послушает? Знал. Что знал? Что на блюде голову принесут? Меня Бог не призвал, чтобы я знал наперед что-то. А говорит, иди и сделай. Иди и скажи ему. Будут они слушать или не будут? Вы зарядите на поисковик Библии, будут или не будут. И вы увидите, сколько раз Бог говорит. И они будут как огнедышащий пламень, а я тебя скалой сделаю. В этом я убедился. Вот на простой ответ. И в лагерь у нас приезжают. Мы сразу наращиваем материю. У меня была тут девушка, она так шила здорово. И она все мигом обделали. Разрезы какие, фотографии есть. Я беру нитку, и не кто-то была, Енафа. И я ее зашиваю. А нитка по-мужски длинная. Вот так вот я ее выдергиваю, отмахиваю. Ну и сфотографировали где-то. Она приехала. Мать не досмотрела, отцу не нужно, пьяница. Ничего, а я, у меня иголка есть. Я ее сразу же взял. И другие отвлекают разговором, она стоит юбку подержит на ней, прямо на ней. Ничего не делать. Ну она где была? Ты каких людей-то привезла? Одна же мне жена привезла, они в брюках. Стоп! Ну, если хотите проверить, смотрите, приехал помпрокурора и из полиции по Батугину. Вот, мальчик у меня, Тимоша. Я ее не пустил в лагерь. А этот раз, когда Роспотребнадзор, все в юбках, ни одной в штанах нет, они друг другу спрят, знаете, там так строго. И все. Она говорит, ну ладно, я не буду заходить. Нет, заходить можно. Ну-ка, за... И Никита Андреевич Колесников побежал, достал юбку, она через голову надела. А теперь столько отзывов, ой, какая она приятная, она худенькая такая, у ней, ну, просто приятная женщина, и все молчит. И даже неверующая все вот такую-то бы жену иметь. А все, ничего, я приостановил. Так это она при власти, и я при власти. Мы провели общее собрание. Запустить никто не может в лагерь. Запрещается. И пока я не получу разрешение от двух общин. То есть это юристы, юрист у нас есть свой, помогают. И вот это приступать нельзя. Но начальник лагеря это может сделать. Вот в алтарь нельзя, 44-е ладикийское правило, заходить мирянам. Но царского достоинства царь может. Он зашел туда, его там и убили, как Лев Исаврянин. Вот такое дело-то. Делать начинать надо. Они оделись, и они другим говорят, не пустили даже. А другая женщина, ей надо посмотреть, как белье тут наглажено, не наглажено. Я говорю, оставьте все на улице здесь. Вот юбку надевайте, сейчас обедать будем, пообедайте, и все покажем. Но только не как начальница, а просто вы гости. Нет, я как начальница. А начальница ты писать не можешь. Стой здесь. Я с ними разговариваю не на равных. Я начальник, а вы никто. А вы дармоеды. И они это понимают. Я им начинаю тогда глаза промывать. Они, что дебилы, начальник там милиции, письма приходят, явиться туда-то, зачем? Что-то у меня родня какая-то, я не езжу никуда. Он письмо второе, там грозит штрафы, я только помолился, усмири его. Там прокурор-то был против-то, молитва, все смирилось. Краевая прокуратура встала на защиту, все кончилось. А я только молюсь, их безумие не помяни в судный день, это мне поприще. Это новые души, за которые я могу бороться. Они просто, она в юбке, да хоть сколько мусоль это дело. Я ей скажу, что это ждет ее. Господь говорит, за великие грехи я подниму тебе подол. Подниму я, Бог, подниму. Чтобы видели срамоту твою. А что такое срамоту? Половые органы. А ты сама подняла, видно. Ты несчастная женщина. Она начинает обдергивать. Чего обдергиваешься? Там еще куда ты тянешь-то? Там материи нету. И заходи, я тебе дам. И дал ей материи, там, юбку шили. И она и улыбается, она довольная такая. Вот и весь сказ. Делать надо самое незначительное дело с радостью. Я делаю это для моего Господа. Недавно выступил, тут у вас в чате это было, Андрей Ткачев. Люди узнают Христа в другом месте, у протестантов. Люди верят, что Христос родился
Не у нас, у протестантов. А умер за грехи наши по Писанию. Не у нас, у протестантов. Воскрес Христос для нашего оправдания. И узнали не у нас, а у протестантов. И поэтому туда ушли. Миллионы ушли. Миллионы. Андрей Ткачев говорит. Вот это да. Видишь как? А ничего не сделаешь, с места не сдвинешь. А зачем ты решаешь? Я начинал говорить о полном погружении, когда вообще нигде не было, казалось. Может быть, в двух городах в России. И когда везде построили, на занятия в университет послали человека, идите, скажите Игнатию Тихоновичу, мы купель построили. Я говорю, да ты Богу говори, скольких ты их обманул, найди их, покрести, обманщики. Вы кто такие, бракоделы? Вот то, а я ругаю их, как угодно говори. Меня это не касается. Я должен быть верным моему Господу. Сверяю с ним закон. Говорю так, понравится ли моему Господу. А ему нравится, когда его слова берут люди. Его. То есть я ему подражаю. Все. Женщина надела-то? Надела. А было так, чтобы она никак не надевала. Ее со мной не будет. Из лагеря ей придется уехать. И заранее знают. Ко мне приезжают в лагерь, чтобы никаких сережек не было. Никаких помад не было, ни педикюр, ни маникюр. И больше ни разу не приезжают. Почему? Они видят. О, библиотеки. Я разговариваю и краем глаза смотрю. Она библиотекарь. Я говорю, а у нас не положено краситься. Потому что красная краска говорит, ты в гиене гореть будешь. И кроме того, у женщины не одни губы, как у мужчины, а трое. И поэтому нижняя передается на верхнюю. И ты этим показываешь, что там готова к соитию. Я глянул, а ее нет рядом. Я говорю, а куда же она делась-то? Нету. Она говорит, недалеко живет. И гляжу, опять явилась, когда у меня стала директор. Сама сухонькая такая, все, губы обтерла. А я потом дальше говорю, и юбки у наших женщин какие есть. Гляжу, опять ее нету. Является в юбке. Юбка длинная до полу. Так я один, еще занятия не начинал, только говорю подготовку. Я смотрю, вот на занятиях у Ткачева, там у других сидят женщины без платков. Мужчины такие, там, ну, что там говорить-то? У нас на занятия в университете. Я не в одном институте, в пяти одновременно вел занятия. Без платков не будут. Помогают их с ними, приносят платки, там поденутся, все. Студентки они. Правило мне, я арендую аудиторию, один курил. Запаха, чтобы не было. Он запах, если вывести его, вычеркнуть из списков, кому разрешено заходить в университет. Все. Что-то расхлюпались-то. Надо решительные меры принимать, удар принять на себя, как Бонапарт Наполеон говорил, главное ввязаться в драку, а там видно будет. Конечно, мирской человек, однако... Воины Христовы. Твоя жена была, ты смотрел за ней? И вот потеряют жену и тоже хлюпают. Опыт-то огромный, а дури еще больше. Не мог удержать. Почему? Работаете плохо. Жена, когда уходит к другому, от добра не ищет добра. Я кого знаю, развелись, они все виновны. Не могут обеспечить. Ты сделай так, чтобы она была у тебя в пределе, работала, и обута, одета, сытая была, и дети такие же. 2-3 работы возьми. Ну, я говорю-то конкретным людям, что называть надо. А вот вы говорите, я говорю то, что верю. Я не говорю то, что не верю, не знаю, не испытал. Вот вы видите, я сижу, а Володя ходит, он печку чистит, грязный весь. Все будет, помоет. Теперь я все передал ему. Я ему все подписал. Это тоже он хозяином делается. На все смотрит. И вот на эти вопросы отвечает так. Если не я, то кто? Встал и пошел. Пойди обличи царя. 25.16, 2 Паралипоменон. Царь говорит, замолчи. Кто тебя ставил ко мне, наставник? Чтоб тебя не погубили. И он сразу говорит, ты согрешил и не каешься. Я понял, Бог решил погубить тебя. 15.6, Иеремию, прочитайте. Ты оставил меня, Господь. Я простру на тебя руку мою. Бог говорит, погублю тебя, я устал миловать. Я устал миловать, это Бог говорит. Вот и весь сказ. Через порог больше не переступишь ко мне, нечестивец.
Я тебе говорю Слово Божие, а ты кочеврижишься. Все. Так это не на всех действует. Действует. Еще раз говорю, свидетельство. Я сегодня одному говорил, вот этот Зимин Евгений. Вот представь, меня привезли. Я иду этапом. Я не местный. Меня из моей тюрьмы везут туда, где мне отбывать надо. Но дорогой-то везут до города, скинули, дальше жди следующий этап. Я всего ничего, там 3 дня. Вся камера подчиняется. Камера. Там уголовники по 5-й ходке идут, 5-й раз судимый. Слушаются, слушаются. Да как это так? Ну, я молюсь, а ухом-то я слышу, я хорошо слышал-то. Зашел один мужик, там мать-перемать. А один подошел к нему, мужик, ты помело свое убери. Прикуси язык, у нас батюшка молится. Гляжу, тишина что-то. Все, больше он рта не раскрыл. С 8 до 10 урок Божий. На 75 человек в камере, 3 только не курят. Вымыть руки, все моют с мылом. Пахан стоит, начальник на тюрьме, над этой, над камерой уже там, свой там, вор в законе. И он с первой минуты со мной, мы с ним прогуливаемся, гуляем. И он делает все, что я хочу. Подошел, аж где вы хотели быть, а где воздуху больше? Он подошел, а там на шконках, на кроватях, по переменке спят, в 3 смены. Он подошел, так, тут окно, так, долой, койка свободна, отец. Ты наверху тоже куришь? Койку освободить, койка свободная будет. 2 койки одному, а их 3 на 1. Это первые 5 минут. Я в камеру только вошел. Священник был, он только лежал и лежал. Началась работа, молитвы. Начальник тут же меня вызвал. Значит, с начальником говорим. С 8 до 10 я проповедую Слово Божие, они читают Евангелие. Камера открывается, стоят охранники с 2 этажей. Это вообще неслыханно невиданное. В камеру приходит офицер, майор, снимает китель. Среди нашей одежды вешает и сидим, разговариваем. Победно пришлось пройти при трубном звуке. А для чего? Чтобы я имел этот опыт. Я разговаривал с тем, кто сидел, как отец Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова. Ни одного знаю только, верующие. У баптистов ни с одним нигде ничего подобного не было. А почему? Молитва, Бог. Мой Бог все может делать. Бог. Следователь принял полное крещение. Начальник тюрьмы Соломин Александр Семенович, полковник, умер по-христиански. Я сегодня в ФСБ был. Там ролик стоит. Представь себе, 2 встречи было, он курирует, подполковник Никулин Юрий Михайлович. С моей матерью говорит, ему как будто язык кто-то другой вставил. И он говорит, Мария Егоровна, я вам обещаю, вашего сына я вырву из тюрьмы и привезу к вам домой. 80-й год. И так и было. Он пришел с бумагой, меня освобождает. Я говорю, а я пишу бумагу, отказываюсь от посещения, от выхода. Отказываюсь. Я нужен здесь. Он постоял маленько. Так, я порву ваше заявление. Вы должны дома быть, Игнатий Тихонович. Там 1000 людей вас услышат. А эта мразь, кому она нужна? Ну, я не стал сопротивляться, вышел. Тут на крыльце Надежда Васильевна. Преклонили колено с наружной стороны у тюрьмы. Он стоит рядом, подполковник. Приехал по полной парадной форме. Щит и меч, ордена у него. Следователь, садимся в черную КГБ-овскую машину, он везет меня домой. С ума сошли баптисты. Я подписался, продал им душу. Не подписался и не продал. 86-й год покажет, как я буду вести себя на суде. А почему Бог мой? Григорий Ефимовичу говорили, поедешь в город, ты развратишься там в коротких юбках. И... Я уже добавляю сегодняшнее. А он поднял так палец. А Бог? А Бог? Вот и все. Я указательный палец показываю, а то привяжутся. Вот ответ. Делать надо, работать. А вас сколько здесь? Иоанн Златоуст говорит, 12 апостолов и заквасили целый мир. А в нашем городе 1000 христиан, и город все еще погибает. А Григорий Щедотворец говорит, я приехал в город, когда, где его назначили епископом быть. Было 13 человек только христиан. Весь город еретики. Я оставляю кафедру. Весь город христианский, православный. 13 еретиков только осталось. Вот давайте трудиться так. С Григория Чудотворца возьмем. С Григория Петрова.
вот от написавший «Слава Богу за все». Никакой там Амфилохи не писал. Написал, будучи приговоренный к смерти за несколько дней до рассмерти. За смерти, до расстрела. Посчитайте, как он. И за художников, и за природу, и за гром и молнию, как он славит. Почему? Наполнил уста мои. Язык мой трость скорописца. 44-й псалом. Вот и все. Время-то, наверное, уже кончилось. Ну да. Я разлился, как море, без берегов. Наверное, все разошлись, никого нету. Нет, все здесь. Вот здесь трое. Слава Христу, кто-то. Ну, миленькие мои, я встретился с вами. Я очень рад. Я следил, не мог там присутствовать. И здесь-то я не хотел присутствовать. Я не думал присутствовать на занятиях. Но брат Сергей Павлович усиленно звонит и звонит. Или звонит, там не знаю как. Все у меня. Ну а как, Игнатий Тихонович? Как все-таки, когда вот муж, вот спрашивают сестры, муж против того, чтобы ты носила юбку, против, или там смеется, шутит, что делать? Знаете, мне рассказывает интересно, одна у нас женщина, она не член нашей общины, но из сектантов перешла в православие. И она, Володя, слышал это. И она говорит, одна женщина вот так вот, она уверовала, и два платка надевает. Идет мыться, и оттуда в душевой, а где моетесь-то дома, там ванна сверху поливает себя. И она выходит в двух платках. Волосы-то просушить надо, она мужу не хочет показаться, какая она. И муж говорит, от тебя уже пахнет, волосы-то у тебя там... Ну, ты же видишь, я выйду так. Он говорит, тогда открыто суши голову, больше говорить ничего не буду. И она нигде без платка, куда ни повернется, конечно, и юбка. На плодородную почву пало семя. Просто она, говорит, потом в душевой сидела уже 5 часов, пока волосы не просохли. Пока высохнет. 5 часов. Благодарю, Владимир. Вот и все. Ты не знаешь, с кем разговариваешь, какая она будет сестра тебе. У меня есть стихотворение такое, как... Я могу его выставить. В библиотеке одна. Я Библию спросила, она тихо так на ухо. Один экземпляр был, и приходил к райком партии, первый секретарь. Взял. И не отдает, уже 2 срока прошло. Я говорю, может, уверовал. Проходит время, ночью она звонит. Радостная такая, я уверовала. Вот, и теперь я... Ну, стихотворение. Или едем в поезде, военный подсел, и как мы до утра пробеседовали, луна была, и как вместе стали на колени. Луна светит, поезд гремит, и мы, военный сидит, там сейчас не помню звания, ну, старший офицерский состав. Бог это делает. Бог чудно делает. Не слышали рассказ? Я сел, поехал в Москву. Я только сел, и мужик один привязался ко мне, замолкни. Агитацией занимаешься-то. Ну, дальше я вот выдумываю вам, а вы уши развесили. И вот, и он сидел рядом, потом форточку эту открыл, окно там фрамуга-то открывается, а потом рванул у меня из рук-то Новый Завет-то и в окно выбросил. Ну, что делать? Ну, я посидел маленько, вышел в тамбур, и он вышел. Вышел и сразу же ко мне, я встал и молюсь. Вышел и сразу ко мне, прости меня, что я наделал-то? Это я с тещей разругался, это она, и с ней-то я неправильно поступил. Что со мной стало, я не знаю, прямо взбесился мужик. А в это время около линии собирают ягоды. Они давно желают получить Евангелие, его нет. Проходит поезд, и они видят, Евангелие летит и падает около них. Они-то молились, и они не поймут, что с поезда. Это от Бога получили, от Бога. Особое почтение к книге-то. Так что даже не примут тебя, даже ударят, даже обзовут. Это ничего не значит. Гнали меня, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас. Что с ней делать? А по обстановке. Вот у меня рядом этого нету. Как они придут? Вот, допустим, у нас устав в деревне сходить с поясом. А больше не написано. В храме с поясом.
А я иду в город, они поезд снимают. Ну, такие есть. И начинают тогда на них. А в лагере, куда бы ты ни был, всегда с поясом. Я там могу требовать. Устав составлен. А давайте добавим. Нет, устав составлен. И они уезжают без пояса. Я в проповедях касаюсь этой темы. Но я не могу ему сказать, надень ты в город пояс. Потому что в уставе не было. А он подписывался под уставом. Понимаете, нельзя перегибать нигде. Но устав – это железно. Ни шагу назад. Вот и все. Вот говорит, мои года, мое богатство. Там Кикибидзе поет. Ну, богатство? Богатство, когда я его умножаю. Вот я сейчас говорю вам, умножаю. Рассказываю определенно. Один порубил, другой пригрозил. И все, надели юбки сразу как надо. Как надо. Вот у нас приезжает, как креститься. Я гляжу, вот тут все вижу, Алена тут и какие они хорошие для нас люди эти. Они сколько приезжают и ни разу не огорчили нигде. Так а вы сказали неправильно, а выполняют, пока этого не было ни разу. За 57 лет ни разу. Вот жена где не послушалась, я ей говорю, давай так, сегодня я буду выполнять послушания твои. Оставаясь мужчиной железным, не подкаблучником. Она час не пробыла и Христом Богом умоляет, займи свое место. Я столько глупостей наворочила. Я сразу исполняю. Пошел туда. Так тебе же надо было туда. Нет, я слушаться должен. Зачем? Я и ушел. А эти люди приехали, тебя нету. Нет, но я тебя слушаюсь. То есть у нее нету вперед прогляда, у женщины-то хорошая. И везде так. Ты делом покажи, что ты не тряпка. А жену упустил, не вякай теперь. А вот там Валерий Сутарминда, пускай он разберется с прошлой жизнью. И женский вопрос закроет, не ему говорить. Не ему, повторяю, говорить. У него опыта нет. А одну жену и ту не удержал. Мусульманин 4 жены удерживает. У нас петух, у него 40 куриц. И все перед ним на сырлах ходят. Не слушается, догонит. Сразу ее защуп и пошел к земле. Все у меня. Ну вот так. Игнатий Тихонович, не могу с вами согласиться. Если Сутармин замолчит, кто вообще будет говорить так об этом? Виталий, ты услышал меня? Ты не согласен. Ну и все, несите свое. Конечно, нет. Виталий. Да. Ты разведен, я не разведен. Сутармин разведен, я не разведен. И вокруг меня столько людей, которые при мне не разводились. Я отвечаю по Писанию вам. А вы отвечаете из собственного опыта, притом дурного опыта, плохого. Ты такую жену не мог удержать. Почему? Сами решите этот вопрос. Вы не научили их. До брака залезли в постель. Вам рта раскрыть не надо. Вы еще, она прелюбодейка, а ты блудник. Статус-то твой, в общем, не намного выше. Я ж тебе говорил это все. Я не прав. Скажи, для тебя не прав. А для жены прав. Имеется в виду, что молчать. Ну пускай кто-то другой говорит. Ну если вообще все замолчат. Не надо утрировать. Я сказал, вы разведенные, не удержали жен. Молчите, приобретайте опыт. Сядьте у ног Христа. И учитесь. Что вы говорите? Это дым, пепел. Никто вас слушать не будет. От обиды делаете все это. И вам понимают, и глаза утирают. У тебя нет опыта. А вот у него опыт есть, пусть он об этом говорит. Опыт. Жена рядом. Не надо выдумывать ничего. Ты сразу меня уже обличил в этом. Еще скажи, что я солгал. Чтобы до полноты понятно было, кто со мной разговаривает. Ты по-моему-то не поступал. По-моему, не поступал. Вы нас всех научили более-менее. Я против вас ничего не говорю. Но то, что молчать, ну я не знаю. Я говорю молчать по этой теме. Не просто молчать. Ты ей свидетельствуй, работай, все делай. Но на эту тему не разговаривай. Идите, вы смешно выглядите. И вот он, Сутармин, сидит, как будто бы зазомбированный. Прости, Господи, не люблю это слово. Другой темы нету. Вот к нам пришли, вот сейчас зеленый чат там стоят, это полиция с прокуратурой приехали. Посчитай отзывы какие. А я всего ничего. Сказал Никите Андреевичу, вытащи юбку, она надела. Посчитай отзывы какие.
Она в жизни столько, эта женщина, похвалы не слышала, как что надела юбку. Это действительно соответствует тому, что есть. А он говорит, я с вашими женами, если бы сказали, сейчас работайте, я бы согласился, но ваш авторитет не восстановить. Он подорван навсегда. Ты можешь на прежнем уровне задержаться, где находишься, а вы только дурнее делаетесь. Меня не надо трогать, не надо, потому что я на ваших жен не посягаю, не ради этого говорю. И говорю, любя вас, и медом вам уши, говорит, не замазываю. Не надо, говори о другом. Работай так, чтобы ни в чем не имела недостатка семья, пусть и разваленная. Для меня ничего не стоило 2-3 работы держать, полную, и везде делать... Не меньше 150% выработки. Не меньше. Поэтому без денег я никогда ни одного дня не был. И кто берет взаймы, не понимаю, за всю жизнь взаймы ни разу. Вот Сергей Павлович взял до вечера. Он не приехал, а другой день отдал. С собой денег не было. И сегодня деньги. Тут Вячеслав тут что-то узнал, там другим говоришь, не надо это. Это же Господь делает. Потому что, ну, человек такой он не может. И на содержание. Да, это Бог знает. Я всегда добавляю, моего ничего нет. Вот сейчас приехали, опять нагрузил машину продуктами. Там на тележке развозили. По три мешка. Все отдал. А мне помогает человек. Но это мое, мне дали. Мне. Это человек не нашего круга. Директор. И каждый год уже лет 15 помогает. И не просто помогает, а с желанием. Даже не встречаемся, только по интернету. Я написал, я говорю, то-то надо столько-то, 5 мешков сахара, то другое там, варенье варим-то. Привозят сахару, я говорю, нету, сахару нету. Они достали, купили меду, 38 литров, 4 фляги, запломбированная. Нынче говорят, знаете, у нас овсянки нет. Вы когда выезжаете? Звонит там по телефону. Я сказал, не успеваем. Мы в другом городе решили закупить вам. Закупить, чтобы мне дать. Ну ты найди, где кто тебе так будет помогать-то. Другая услышала, приехала там шоколаду. Я говорю, не надо было. Меня 2 раза стреляли, она говорит. И иконка отразила пулю. И она привезла в лагерь. И главное, Валентина, та и другая Валентина. А Валентина, значит, сильная. Люди слышат и желают быть участниками. Вот так. И здесь я бы... Что делал? Допустим, случилась такая оказия. Жена. Никогда бы больше не напомнил даже. Ну, молился непрестанно, усиленно. И кто есть рядом, бы постарался расположить, чтобы через них ей передать. Потому что она, может, от меня не хочет принимать. Я бы обложил ее моими ходатаями, что дорогая Леночка там или Настенька, вот прими, мы видим, ты одна с ребятишками осталась или с сыном, прими, пожалуйста. Я бы их уговорил, этих людей, и она бы не знала от кого, не знала. Ни о каком возврате речи быть не может. А я гляжу, стонут и стонут, мужики вы, что вы, нельзя так. Сутармину сказал, не надо на эту тему, не надо. Непонятно, что такое. Хотя бы 3 года молчания. Женский вопрос исключи, иди на благовестие, проповедуй. А он, все, в автобусе едет, везде другой темы нет. Женщины. Да ты, может, ее пальца недостоин был. Женщины. Почему ты мне не разглядел главного? Она тебя оценила, за тебя вышла. Может, это главное достоинство, а ты довел до того, что она тебя бросила, как мусор. Я не знаю историю, но знаю очень часто такое. Вот и все. 3 года, дай ему знать. Со мной навстречу, почему он не вышел? Тоже вопрос. Я просил его приехать в гости. Тоже не приехал. Он замкнулся в этом. Ему это хорошо и приватно. Принимать все обвинения в адрес бывшей. А он молодец. Молодец, так... Для овец, говорит, а для овец, а для отца и сам овца. Вот так. Скажи Валерию, 3 года на женскую тему не разговаривай. И посмотри, какие у него глаза будут. Он даже не поймет. Ему уже не вылезти. Он языком вырыл ров выше своего роста.
все у меня, братва. Ну, давайте молиться. Спаси Христос, Сына Тихон. Аллилуйя. Достойная истина, блажен Дитя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Желающие помолиться есть? Игнатий Тихонович, помолитесь, пожалуйста. Любящий наш Отец Небесный, мы просим во имя Господа нашего Иисуса Христа, прими от нас хвалу и славу. Ты позволил нам собраться вокруг Слова Твоего. Если еще мы погрешили, Владыка, прости нас. Я благодарю Тебя, что Ты сохранил нас и возвратил к жилищам нашим. Такое благодатное лето, такие встречи, такие труды. Столько людей приезжало, я вижу их здесь. Тебе, Боже, слава. Ты достоин всяческого прославления. Возвысь веру православную, а замысли еретиков разруши, в ничто преврати. И о чем говорили, помоги крепко сохранить сердце и исполнить. Тебе слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Кто согласен, всегда аминь. Говорят аминь. 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 Спаси Христос. Аллилуйя.